Усім привіт! Бачите, хто в нас сьогодні в гостях? Дмитро Гордон. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, підписуйтесь на YouTube-канали пана Дмитра. Одразу вже відзначимо, що аудиторія нашого YouTube-каналу, аудиторія каналів Дмитра Гордона, багато людей російськомовних, а нам наше завдання, щоб чули правду про те, що зараз відбувається в Україні, в тому числі і ті люди, які живуть в Російській Федерації, для того, щоб вони чули правдиву інформацію, ми будемо вести нашу бесіду російською мовою. Сьогодні Дмитрий, добрий вечір. Добрий вечір, Володимир. У мене одразу же перший вопрос. Дмитрий Ильич, давайте перенесемося на 20 з лишнім років назад. Ви вже тоді, в початку 2000-х, чоловік, який в гущі событий, держали руку на пульсі событий. І первое появление... Пульс держал руку на мне, скорее. Держал? Пульс, да. Первое появление Владимира Путина в кабинете Бориса Ельцина. Неприметный человек в таком великоватом для него костюме. Вот тогда лично для меня первое впечатление было, что Ельцин уходит. Тогда казалось это ключевым. А для вас? Само появление Путина. Вы тогда понимали, что это на самом деле ключевой и во многом трагический момент в истории как для Украины, к сожалению, так и для Российской Федерации, будем откровенны? Вы знаете, мне сразу не понравилось то, что Путин выходец из КГБ. Не потому, что это само по себе как-то было там плохо, потому что в КГБ были нормальные люди, которые в результате и развалили Советский Союз. Их было немного. В основном там были другие люди. Но я считаю, что КГБ сыграл решающую роль в развале Советского Союза, потому что там было много умных людей, и они уже понимали, что эта система обречена, ее нужно ломать и менять. Тем не менее, в КГБ, особенно в высших школах КГБ, не учат демократии, не учили, я не знаю, что там сейчас у них вообще, наверное, жопа, не учили демократии, не учили уважению к правам человека, и Путин, как уособление этой системы на посту президента, я понимал, что это плохо. Это с одной стороны. С другой стороны, Ельцин всех уже задрал. Он все время работал с документами, как Коржаков мне рассказывал, Александр Васильевич, говорит, как он запьет на 3-4 дня. Я говорю, президент работает с документами. Вот Ельцин работал с документами, потом в 96-м году у него совсем было плохо со здоровьем. Тогда он даже еле-еле выборы эти прошел, он их не выиграл в результате, выиграл выборы Зюганов. Да. Опять-таки, Коржаков мне сказал, что он Зюганову прямо сказал, что или президентство, или жизнь. И Зюганов выбрал жизнь и правильно сделал. Поэтому потом Ельцин вообще уже не руководил страной, он находился в полубессознательном состоянии, страной руководили другие, Россия, я имею в виду. И как-то все понимали, что нужен другой человек. Первое впечатление от Путина, я его увидел в кабинете Ельцина по телевизору, как и все. Первое впечатление от Путина – блеклый человек какой-то, блеклый. Вот нет лица. Но вот у моих российских друзей с ним были связаны определенные надежды. Им надоел Ельцин, и вот тот же Александр Розенбаум, помню, мне сказал, что у этого человека хотя бы плечи шире таза, и мне это уже в нем нравится, говорит, не алкоголик. И Говорухин Станислав Сергеевич это говорил. Вот надежда есть. Ну вот, на вид мершавое, невнятное, такое чмо оказалось в результате. Скажите, пожалуйста, сейчас 7-й месяц полномасштабной войны. Мы привыкаем, к сожалению, к этим страшным реалиям. До этого был страшный 2014 год. А что стало для вас поворотным моментом, таким себе триггером в понимании того, что Путин может все-таки начать атаковать Украину? Какой вы этот момент все же просчитали заранее, имея в виду, были ли у вас какие-то отправные точки, когда вы поняли, что этот человек на самом деле страшный тиран?
Вы знаете, я про Путина все понимал уже к 2003 году. Тут можно детальнее, пожалуйста? Можно, да. Я видел, куда он ведет Россию. Я все понимал уже, что это КГБшное нутро, оно не выветривается, и он ведет в Советский Союз опять. Но видоизмененный Советский Союз, без коммунистической партии, с большими бабками, особенно на счетах руководителей и в загашниках руководителей. Но вот эта тяга к имперскости, вот это вот все, что, чему его учили, оно уже было видно. И не случайно в 2004 году, сейчас модно смотреть это мое выступление на пятом канале в Ютубе, оно есть в Ютубе, когда через полтора часа после того, как Януковича уже утвердили президентом на заседании Центральной избирательной комиссии, я вышел в прямой эфир пятого канала и сказал, что нужно поддержать Ющенко, и что самое главное для Украины не идти в Россию, а идти в Европу. То есть для меня это тогда уже было понятно. Дальше можно посмотреть все мои публичные выступления и интервью. Все, что я говорил о Путине, начиная с 2003 года, оно все есть в Ютубе. Я уже все понимал. Что касается войны. 2014 год, конечно, показал, что эти парни ни перед чем не остановятся. Но я не мог себе представить, что дойдет до такого. Вы знаете, я ведь, наверное, с начала октября получал уже сигналы недвусмысленные от наших западных друзей и партнеров. Они говорили мне примерно то же самое, что говорили нашему президенту, что будет война, называли даты, называли, как это, говорили, как это будет происходить, карты показывали, мне показывали карты. Что на них было, на этих картах? Конкретный план нападения? Стрелочками обозначены, значит, границы Украины и России, стрелочками обозначены районы атаки. И все совпало один в один вообще. Я это все видел. Я принимал эту информацию. Сердце отказывалось верить. Когда 22-го, по-моему, числа Путин это кукольное заседание Совета Безопасности показал по телевизору, ну, у меня мысль какая была. Даже если что-то начнется, то, наверное, это будет касаться Донбасса. Да. Я вам скажу, что даже вот мы ужинали с друзьями вечером 23 февраля, а разошлись мы в час ночи 24-го. За несколько часов до того. За несколько часов, да. Значит, когда-нибудь станет известно о том, с кем я ужинал. Это очень интересно, потому что там были люди очень осведомленные, и прозвучала настойчивая рекомендация быть готовыми к тому, что в 4 утра все начнется. Я сейчас объясню, я не оговорился, в 4 утра. Раздавались звонки из Соединенных Штатов моим друзьям, где очень высокопоставленные люди говорили, будьте готовы, в 4 начинается. Мы расстались в час ночи, мы приехали домой, я поставил часы, будильник на 4 утра. В 4 утра будильник прозвенел, тихо. Все, я заснул, проснулся от взрывов за окнами. Включил телевизор, сразу канал «Россия», там выступал Путин. Я все понял. Через 15 минут я уже записал обращение к украинцам, которое тут же выложил в Ютубе и в Инстаграме. То есть все, тогда стало понятно, что это оно. Дмитрий Ильич, смотрите, вы общаетесь с людьми, у вас есть возможность получать информацию, которая для многих людей, возможно, люди хотят ее получать, но у них нет такой возможности. Поэтому я вам хочу задать вопрос. Вот по вашей информации, из общения с вашими коллегами, источниками, которые я не буду просить вас называть, безусловно, но сейчас есть такое мнение, что армией в Российской Федерации руководит не господин Шойгу, который на самом деле авторитетом у военных не пользуется,
а армией руководит господин Пригожин. Все мы знаем ЧВК «Вагнер» и так далее. Так ли это на самом деле? На самом ли деле именно этот человек сейчас опора Путина в военном контексте? Нет, это не так. Шойгу, кто такой Шойгу? Ну, военный оленевод. Он даже в армии не служил. То есть у него специальность военный оленевод. Вот. Если бы он жил в Нижнем Тагиле, я бы сказал, мудила с Нижнего Тагила. Но он жил в Тыве, поэтому подонок из Тывы. Вот. Сегодня, да, дело в том, что спецоперация, как говорил Путин, которая должна была закончиться за 3 дня, благополучно по плану продолжается уже почти 7 месяцев. И, конечно, это не может Путина не радовать, в кавычках. Поэтому он понимает главное. Успех спецоперации, как он называет войну, давайте мы будем говорить, успех войны, это его триумф. Провал в войне с Украиной, это его конец. Поэтому, как мне рассказывают, армия сегодня руководит лично Путин. Путин принимает доклады от командующих направлениями. Путин лично вмешивается во все, что касается войны, потому что он понимает, что это его последний решительный бой. Если проводить исторические параллели, мы ведь прекрасно понимаем, что когда глава государства занимается непосредственно военными делами, это вообще-то путь в никуда. Насколько я знаю, Адольф Гитлер в свое время тоже этим занимался, и все прекрасно понимают, как это закончилось. Это удел фашистов всех. Гитлер этим занимался и плохо закончил. Путин этим занимается и плохо закончит. Сталину хватило ума, кстати. Он тоже поначалу лез в военные дела, но ему хватило ума отдать все на откуп военным. Но здесь другой случай. Здесь фашист, настоящий фашист, стоящий во главе фашистской страны, государства фашистского под названием Россия. И им движет инстинкт самосохранения, потому что если он проиграет, это все, смерть. Другого там не дано. Традиции России таковы, что царь должен быть сильным, а если царь слабый, это уже не царь. Он понимает, что он проигрывает войну, или он живет в своем иллюзорном мире? Мне хотелось бы сказать, что он живет в своем иллюзорном мире, потому что люди, близкие к нему в разное время, я с ними разговариваю, в том числе и в Ютубе, говорили мне, что он во время ковида сильно оторвался от реальности. Поскольку в интернет он не заходит, ему по-прежнему приносят папочки, где там какие-то выжимки есть, и общается он с очень узким кругом людей. Наверное, какие-то сдвиги психологические и психические есть. Тем более, когда ты более 20 лет руководишь страной, это уже не здорово для психического здоровья и для состояния внутреннего мира. Но не надо упрощать его. Он умный человек, безусловно, он подготовленный человек. Он один из самых крутых политиков мира. Я говорю объективно. Моя ненависть не должна застить мне глаза и называть черное белым, а белое черным. Поэтому я думаю, что он имеет резервные ходы какие-то. Но у него есть один момент, я его понимаю. Украина – его болевая точка. Об Украину он не раз сломал зубы, и это личная месть. Потому что Украина, как женщина, которая его отвергла. Он так хотел добиться близости. Она его отвергла, причем поглумилась над ним еще. Поэтому то, что сейчас происходит, это месть обиженного мужика женщине, которая не хочет с ним спать. Я думаю, и я, и вы придерживаемся одного мнения, что эту войну Путину, в принципе, не выиграть. Ни в коем случае. Он доживет до международного трибунала или нет? Меньше всего я об этом думаю, потому что мало кто доживал до трибуналов. Даже если жили физически, трибуналы их как-то обходили стороной. То, что он не выиграет эту войну, для меня это факт. Ее невозможно выиграть. Когда против тебя борется весь цивилизованный мир со своим арсеналом
не только оружие, это как раз не самое главное. Передовая техническая мысль, научно-техническая такая вся элитная интеллигенция, собранная на территории США. Когда США, Великобритания уже поняли для себя, что другого варианта нет, они этого парня уже не выпустят из своих цепких рук. Парень приплыл, и Россия приплыла. Этой страны вообще уже больше нет. Страны нет. Это фикция. России не существует. Поэтому вопрос только в сроках и в цене. Только в сроках и в цене. А то, что он проиграл, никаких сомнений нет. То есть, скорее всего, нам, конечно, необходимо каждый на своем месте заниматься помощью нашим вооруженным силам, работать на победу, но то, что Путин не закончит в образе политика пенсионера, это точно. Не знаю. Объясню почему. Варианты всегда возможны. Ну, мало ли, завтра, когда уже припрут его хорошенько, но еще надо будет бороться, он может пойти на компромиссы. Какие? Ему скажут, мы тебе сохраняем жизнь, говори русским до свидания, даже могут помочь куда-то уехать. Вполне. Возможно, все. Я допускаю все. Даже по итогам Второй мировой войны не будем забывать, сколько серьезных людей с немецкой стороны благополучно переехали туда, в том числе и в Советский Союз, и работали на благо или США, или СССР. Есть особо ценные люди, такие как, я не знаю, Мюллер, разведчик, или создатель автомата Калашникова Шмайсер, который в Ижевске создавал автомат, названный именем Калашникова. Борман вообще пропал, никто не знает, где Борман. Человек же владел кассой нацистской партии. Как вы думаете, где Борман со своей кассой? Ну, где-то наверняка всплыл тихонько, жил под другой фамилией с измененной внешностью. Может, в Аргентине, может, еще где-то. Такие люди так просто не пропадают, поэтому я не могу вам с уверенностью сказать, что будет так или иначе. Как-то будет. Еще никогда не было такого, чтобы никак не было. Вы сказали... Вот и родился очередной каламбур. Дмитрий Ильич, сказали вы очень интересную фразу относительно того, что Россия – это, по сути, уже фикция, такой страны не существует. По вашему мнению, возможен вариант раскола Российской Федерации на отдельные регионы? Об этом сейчас говорят очень многие. Вы знаете, учитывая сложную... Все будет зависеть от состояния России. А состояние России зависит сегодня от Украины. Если Украина одержит громкие, серьезные победы на фронтах и вернет себе всю территорию утраченную, в России будет огромный надлом. Когда происходит надлом, что тонко, то и рвется. Команда республик автономных так и ждет, когда этот надлом произойдет, чтобы уйти из России. Потому что, я не знаю, зачем богатому Татарстану или богатейшей Якутии кормить центр, Москву. Это же одна из причин развала Советского Союза, когда лидеры советских социалистических республик поняли, зачем им быть вторыми или десятыми на побегушках у главного лица, если можно быть первыми. И они решили быть первыми. И так появились независимые государства. А в данном случае не забывайте, что есть еще большое количество спорных территорий. То есть на самом деле бесспорных. Захваченные Россией, Советским Союзом, Карелия, отобранная у финнов на ровном месте. Что финны забыли это? Нет. Кёнигсберг, который Калининград сейчас. Конечно. Японцы помнят всегда про Курилы, про остров Сахалин. Там достаточно еще... А грузины помнят про Абхазию, Южную Осетию. Там достаточно стран, которые придут и заберут свое. Но только после победы Украины. Дмитрий Ильич, хотел бы с вами обсудить еще одну личность, которую сейчас, мне кажется, иногда...
немножко зря упрощают эту личность. Я имею в виду личность Рамзана Кадырова. Да, все мы знаем историю про ТикТок войска и так далее, но по вашему мнению, Рамзан Кадыров – это человек, которого можно назвать верным солдатом Владимира Путина, либо это человек, который на самом деле играет свою игру сейчас? Рамзан Кадыров – человек неординарный, я думаю. И то, что он всегда будет играть свою игру, я в этом практически не сомневаюсь. Во всяком случае, у этого человека есть мозги для того, чтобы суметь воспользоваться ситуацией, если она настанет. У него есть эти мысли? Он хочет занять трон, как вы думаете? Я не знаю, я не общался с Рамзаном Кадыровым, никогда не встречался с ним. Он заочно лишь общался с вами, я думаю, он вас повеселил. Да, он мне посвятил стихотворение, жалко, что одно. Я бы не возражал, если бы он мне еще посвящал стихи. Мне это нравится. А скажите, пожалуйста, вы, такой у меня к вам вопрос, вы неоднократно говорили, что вы прекрасно знаете, ну, у вас был опыт службы в советской армии, вы говорили, что вы прекрасно знаете настоящих представителей чеченского народа, добрых, отзывчивых, уважающих старших. Нет ли у вас разочарования, что сейчас вот для многих людей, не для меня, я думаю, не для вас, конечно, тоже, но чеченский народ у многих людей ассоциируется именно вот с поступками Кадырова, с его часто неадекватными заявлениями и так далее. Ведь на самом деле чеченский народ, он совершенно не такой. Вы знаете, я не просто знаю чеченцев, я их люблю. У меня до сих пор много друзей чеченцев. И поверьте мне, это замечательные ребята, замечательный многострадальный народ, который пострадал от этого долбанного Советского Союза, может быть, больше остальных народов, потому что их, как и крымских татар, как и калмыков и так далее, просто взяли в один день или в два дня, сняли с насиженных мест со своей родины, забрали и бросили туда, в Сибирь, в Казахстан, на север, убив десятки тысяч чеченцев и ингушей. Поэтому это народ-страдалец, это мудрый народ. И я вам скажу главное. Те, кто приходили в Украину под видом чеченцев, это не чеченцы. Чеченцы такого себе не позволят. Это другие люди. Не нужно отождествлять так называемых кадыровцев и чеченцев. Вы об этом. Я еще раз скажу. Те, кто пришли в Украину и творили беспредел в моей стране, под видом чеченцев. Это не чеченцы. Личность господина Сечина, Дмитрий Ильич, сейчас этого человека называют серым кардиналом Кремля. Что вам известно об этой личности? На самом деле это тот человек, которого его влияние на, так скажем так, подковерные игры Кремля, его влияние на Путина недооценивается. Я не думаю, что он является серым кардиналом Кремля. Серым кардиналом скорее является господин Ковальчук. Человек самый близкий к Путину. Сечин, безусловно, один из самых близких людей, но не самый близкий. Это выходец из Комитета госбезопасности СССР. Человек в 90-х, носивший за Путиным портфель и гонявший покупать водку, когда надо было, и вообще парень на побегушках. Вот. Ну, сделал при Путине блестящую карьеру, естественно. Он пользуется большой властью в окружении Путина. Но считать его таким уж кардиналом я бы не стал. А господин Ковальчук – это другая история? Это номер один в окружении Путина. Это не просто другая история, кардинально другая история. Это человек, который влияет на Путина, который вхож к нему в любое время дня и ночи. Является самым близким к нему человеком. Можно ли говорить о том, вот я забыл... Человек, не могу... простите, с украинской фамилией Ковальчук. Давайте напомним нашим зрителям, я прекрасно помню вашу беседу с Алексеем Венедиктовым, там, кажется, несколько лет назад она состоялась, и вы тогда обсуждали так называемые «башни Кремля».
которые разные группы влияния, скажем так, на Владимира Путина. Можно ли говорить, что сейчас из всех этих башен Кремля осталась одна башенка имени господина Ковальчука? И все. Нет, нельзя так говорить. Вообще Путин, конечно, безбашенный. Если уже вы заговорили про башни. Они там все безбашенные. Но, безусловно, есть разные сферы влияния, разные вектора влияния на Путина. Это и кооператив «Озеро», безусловно, питерский. Это и КГБ, ФСБ, простите. Это и ГРУ. Это разные все элементы влияния на Путина. Это и военно-промышленный комплекс. Это и армия. Это и олигархи в меньшей степени, потому что кто они такие, чтобы влиять на такого гениального человека? Вот. Это кого еще я забыл назвать? Ну вот, пожалуй, и все. Всех и назвал. То есть в основном это силовики, старые друзья. И чуть-чуть олигархи. А Ковальчук, по вашему мнению, имеет прямой доступ и, скажем так, имеет право голоса относительно любых событий и может свое мнение высказать по любому поводу, я правильно понимаю? Ковальчук – это человек, который взял Путина с заботой о Путине. И чисто человеческой заботой о Путине. Их связывает общее прошлое, настоящее и, вполне возможно, общее будущее. Дмитрий Ильич, сейчас много говорят людей, которые якобы знают, что происходит в Кремле. Все эти истории про тяжелую болезнь Путина. Как вы считаете, на самом деле все там так плохо, но с другой стороны, Леонид Ильич Брежнев с плохим здоровьем, все мы помним, сколько лет он правил. Вот по вашей информации, здоровье Путина, оно на самом деле сейчас висит на ниточке? Леонид Ильич Брежнев, каким он кажется сейчас добрым, милым дедушкой? Он, кстати, и был очень добрым человеком. Мне рассказывали люди, которые его близко знали. Все, как на подбор, говорили. Добрый, участливый, хороший человек. Жалко, что страна в таком дерьме жила. Вы знаете, как на заседании Политбюро в советское время Брежнев обращается к своим товарищам и говорит: «Когда я умру, похороните меня в гробу лицом вниз». Все говорят: «Леонид Ильич, что, почему?» Говорит: «Пройдут годы, десятилетия, в жопу меня целовать будете». Вот прошли годы и десятилетия, и, видя Путина, хочется поцеловать Брежнева в жопу. Жалко, невозможно это сделать, потому что похоронили его все-таки лежа на спине. Вы меня, я про Брежнева отвлекся. Вы спросили о чем? О здоровье Путина. Да. Что касается здоровья Путина, я думаю, что разговоры о том, что он такой больной и что он скоро ласты склеит, провоцирует сам Путин, который эти слухи и запускает. Он не производит впечатления больного человека. Я думаю, что вся мировая медицина, лучшие мировые доктора ежедневно заботятся о том, чтобы Путин был в порядке. Он спортивен, он в хоккей до сих пор играет свои-то под 70 или сколько ему. Ну, Макрон же даже говорил, что он ему позвонил, говорит, сейчас иду в хоккей играть. Вот. Человек проводит в зале время, видно, и посмотрите на его походку, на его лицо. Это не лицо больного человека. Я думаю, что те, кто думают, что он скоро умрет, он еще простудится на их похоронах. Подобная же история, я думаю, по вашему мнению, я так понимаю, и с двойниками Путина тоже. Это тоже фейк, который разгоняется тем же ФСБ, я правильно понимаю? Я еще могу поверить в тройников Путина, в двойников нет. Я считаю, что их нет. Скажите, пожалуйста, я хочу немножко изменить вектор разговора. В свое время вы брали, все мы прекрасно помним, на ваших YouTube-каналах много интервью с теми людьми, которые сейчас выступают
со свастикой, с этой ужасающей с буковкой Z. Дмитрий Певцов, Сергей Безруков. Тут можно продолжать. Михаил Пореченков. Конечно же, кто еще? Николай Расторгуев. Да-да. Скажите мне, пожалуйста, не прошу называть фамилию, среди тех, с кем вы общались до начала полномасштабного вторжения, хотя бы один человек, который сейчас либо молчит, либо поддерживает политику Путина, связался с вами и написал, что я понимаю, что происходит, но я не могу говорить. Такое было? Да, не один человек, несколько, да. Я не буду палить этих людей. Вы знаете, я могу говорить только о мертвых. И я сейчас скажу вам, что когда начался у Путина этот первый всплеск, когда был аннексирован Крым и война на Донбассе была, вот вы знаете, я дружил со Станиславом Сергеевичем Говорухиным, выдающимся кинорежиссером, потрясающим человеком, мощной эрудиции, ума, таланта. Мне с ним было очень интересно. Смею надеяться, что ему со мной. Во всяком случае, даже в своих тостах на моих днях рождения он это говорил. Станислав Сергеевич, между прочим, был руководителем штаба Путина избирательного и сопредседателем с Путиным Народного фронта. Так вот, когда пошла эта вся первая заваруха, Говорухин позвонил мне из Сталина. Он снимал там фильм «Конец прекрасной эпохи». Так. И он мне сказал, это я в Таллине. Ничего мне не говори, я все понимаю. Все. Сейчас вот нечто подобное было, я правильно понимаю? Да. Да. Там есть люди, которые все понимают. Их немного, но они есть. А скажите, пожалуйста, вот в начале полномасштабного вторжения у вас точно так же, как и вот, ну, всей журналистской украинской прессы? Извините, я вам добавлю, Говорухин сказал очень важную вещь. Он сказал, я все понимаю, но мне надо снимать кино, у меня мало времени. И он снял несколько прекрасных фильмов в конце своей жизни. Прекрасных. Вот сейчас весь мир, по крайней мере, весь цивилизованный мир, оценил позицию Максима Галкина, который до сих пор не возвращается в Россию, там находится за границей вместе со своими детьми. Алла Борисовна вернулась в Россию. По вашему мнению, сам факт приезда в Россию Аллы Борисовны, о чем он говорит, и выскажет ли свое четко свое мнение Пугачева относительно этой войны? Факт приезда Аллы Борисовны в Россию говорит о том, что она приехала в Россию. Россия — ее страна, ее родина. Она москвичка. Она всю жизнь прожила в России, имеет право на родину точно так же, как имеем право на родину мы с вами. Будет ли она жить дальше в России — это вопрос. Она может завтра уехать обратно к Максиму и к детям. Не исключаю этого. Будет ли она высказывать свою позицию, не знаю. Но есть красноречивые вещи. Она опубликовала в Инстаграме, например, отрывок из фильма Никиты Михалкова 1973 года «Раба любви». И подписала, что был прекрасный режиссер Михалков, где человек Михалков, как-то так. Но дело не в этой подписи. Дело в том, что там главная героиня, которую играет Елена Соловей, это прототип Веры Холодной, между прочим, она едет в этом трамвайчике, за ней несутся солдаты, и она говорит: «Господа, вы звери, господа, вы будете прокляты своей страной. Как тонко и как понятно. И как в лоб». И какая знаменитая сцена, как все закольцевалось, да? Можно сказать, не говоря, оказывается. Сейчас очень много информации о том, что некоторые эксперты, так называемые, говорят, что война продлится месяцы.
Кто-то говорит год, кто-то говорит годы. Вы сами постоянно людей, которых интервьюируете, задаете этот вопрос. Когда же она закончится? У вас, у самого мнение личное сложилось или нет? Да. Как у человека? Вот да. Просто... Ответа на этот вопрос нет ни у кого. Ни один человек в мире, ни Джо Байден, ни Владимир Зеленский, ни Владимир Путин, никто не скажет сегодня, ни Ли Страсс, новый премьер-министр Великобритании, не скажет сегодня, когда закончится война. Мой опыт, который складывается из опыта истории последних 100 лет, говорит о том, что война может закончиться завтра при определенном стечении обстоятельств. Ну, например, там Путина убили у себя в бункере, там, и все, и патриоты российские сказали: мы, российские патриоты, убили этого злого человека, и война закончена. Завтра. Возможно, возможно, все возможно. Значит, это первый вариант. Война может закончиться через месяцы, через год и через годы. Лично я готов к тому, что эта война будет длиться годы. Я себе это сказал. Я не тешу себя иллюзиями. Я понимаю, что эта война может быть надолго. Но нам надо запастись терпениями, нам надо делать все для победы. Вот все, что кто может делать, мы должны делать для победы нашей страны. Дмитрий Ильич, для вас Александр Лукашенко – это равновеликое зло с Владимиром Путиным? Ну, практически да. Такой же подонок, как и Путин. Врун, циник, негодяй, падаль просто. Скажите, пожалуйста, вот я думаю, зрителям будет интересно. Ваше знаменитое интервью с Лукашенко за несколько, там, если я не прав, поправьте меня, за несколько недель до тех самых выборов. За несколько дней. За несколько дней до выборов в Беларуси. На тот момент, я знаю, он очень красиво вас встречал, без доли иронии и сейчас говорю. Прекрасно. На тот момент вы могли себе представить, что этот человек устроит такое в родной Беларуси, и что с территории этой самой братской для Украины и Беларуси будут лететь эти страшные ракеты? Вот так вот общались вы с ним, даже не так, как мы с вами, с помощью новых технологий, с помощью скайпа, лично. Да, я с ним общался с помощью старых технологий, мы встречались лично. Вы знаете, я приехал в гости к человеку, чей рейтинг в Украине был первым среди всех зарубежных лидеров, 64% доверия. С ним встречались и обнимались все украинские президенты, включая Владимира Зеленского, у них были прекрасные отношения. Лукашенко называл себя большим другом украинского народа. Лукашенко заявил Турчинову, о чем мне Турчинов сказал, что с белорусской территории ни один русский солдат, ни один танк не проедет в сторону Украины. И я во время беседы ему об этом сказал и спросил: вы подтверждаете? И он, что никогда такое не произойдет, и он сказал: никогда. Это уже документ, это все в Ютубе. Конечно, я не думал, что такое произойдет. Честно, не думал. Лукашенко был очень плохо настроен по отношению к Путину. У них очень плохие отношения, кстати, всю жизнь. Очень плохие. Они ненавидят друг друга. Поэтому я считал нужным использовать это тоже, их ненависть взаимную во благо Украины. Ну, видите, как жизнь повернулась. Я не могу не спросить, вот у меня этот вопрос... Я не могу не ответить. Эти каламбуры, когда они появляются, это просто замечательно. Да. У меня вопрос. Да, когда, вот буквально несколько дней назад, сам отвечаю на этот вопрос, вам задали в вашем стриме, спросили у вас... А почему не дает интервью как-то так Владимир Познер? Вы сказали, что возможно, интервью с Познером будет. По вашему мнению, почему вот такое светило журналистики без доли иронии сейчас? Владимир Познер молчит, и будет ли у вас с ним интервью? Это
два вопроса сразу же. Как пел об одном докторе Владимир Семенович Высоцкий, всем, кому уже жить не светило, превращал он нормальных людей. Но огромное это светило, к сожалению, было еврей. Это не о Владимире Познере, это о светиле. Я думаю, что Владимир Владимирович Познер, человек безусловного таланта и обаяния, и дара журналистского, он слишком циничен и является человеком, приспосабливающимся к любой ситуации. Приспособился и к этой. Уверен, что говорить не будет. Уверен, что будет молчать. Но когда Путина не станет, красивый 80-летний Владимир Познер выйдет на первый канал российского телевидения и скажет: «Да здравствует победа Украины! Да здравствует крушение тирании Путина! Я всегда знал, что это произойдет». Да, знаете, когда-то сам Владимир Владимирович, никакого личного отношения, просто слова, когда-то цитировал такой стих. «Сосед ученого Галилея был Галилея не глупее. Он знал, что вертится земля, но у него была семья». И он, садясь с женой в карету, свершив предательство свое, считал, что делает карьеру, а между тем губил ее. Эти прекрасные стихи написал мой близкий друг, великий русский поэт Евгений Александрович Евтушенко. Я счастлив, что он не дожил до этих времен. Человек, который написал легендарные стихи «Танки идут по Праге» в 1968 году и отправивший телеграмму Брежневу, где протестовал против ввода советских войск в Чехословакии, я счастлив, что он не дожил до этого позора России. Мобилизация в России. Сейчас, говорят, колоссальные проблемы есть за поребриком, как это принято говорить. Там уже вроде бы как есть даже попытки мобилизации в таких больших городах, как Москва, Санкт-Петербург. Что вы можете сказать про срыв мобилизации в России? И возможен ли вариант, самый крайний случай, что Путин таки огласит всеобщую мобилизацию? Я думаю, что Путин на это не пойдет, потому что для него это смерти подобно. Вот это быдло, которое сидит у себя на диванах, щелкает семечки, пьет пиво и клянет Украину и говорит, когда мы уже им дадим, они хороши именно в этом качестве. Они не подписывались под то, чтобы быть мясом, потому что те, кто сейчас стали мясом, они пошли туда за бабки, да, воевать с Украиной. И остальные говорят, ну, им деньги ж платят, ну что, деньги семьям, лады покупают, вон деньги идут. Существует общественный договор, негласный, власти и общество. Власть обществу сказала, мы вам колбасу, пиво, жрачку, поездки за границу хотите, пожалуйста, бизнесом заниматься, пожалуйста, а в политику не лезьте. Вот тут мы сами. Что касается коррупции, политики, это мы сами без вас. Вот такой общественный договор. В нем нет пункта о том, что власть может брать мужиков и бросать их на убой в Украину или куда-то еще. Вот этого пункта нет. Поэтому если насильно начнут забирать мужской пол, если можно эту хню назвать мужским полом, и посылать на войну, вот тут могут возникнуть протесты. Путин это понимает, поэтому не объявляет мобилизацию. И думаю, что не объявит. По вашему мнению, вот сейчас очень сильно в Кремле разыгрывают карту так называемого газового шантажа. Грубо говоря, вы все замерзнете зимой. Да? Это будет до последнего эту карту разыгрывать Путин? И действенная ли эта карта, вот этот газовый шантаж, по вашему мнению? До этого был ядерный шантаж. Это большая глупость.
это большая глупость со стороны Путина. Европа пришла к тому, к чему должна была прийти уже давно. Они сказали, не будет газа, да и хрен с вами. У них уже закачан газ в хранилище, они обеспечены практически под завязку на весь сезон. Они будут закупать газ в Норвегии, у арабов, у кого угодно. У Соединенных Штатов сжиженный газ будет приходить, у кого угодно. Они уже не вернутся к покупкам газа из России. Они все поняли, они понимают быстро, и Россия будет сама дышать своим газом, причем испорченным. Напоследок, финал. Скажите, Фингал, да. Скажите, пожалуйста, Юрий Дудь любит заканчивать свои интервью. Кстати говоря... Юрий любит Дудь. Да, кстати говоря, за время войны вы с ним общались или нет? Нет. За время начала полномасштабного вторжения? Нет. Этот человек в ваших глазах не упал с начала полномасштабной войны? Не упал, но и не поднялся. Так вот, этот человек любит у всех спрашивать, оказавшись перед Путиным, в следующий раз, говорит Юрий, а я у вас просто спрошу, оказавшись перед Путиным, что бы вы ему сказали, Дмитрий Ильич? Красиво лежите, Владимир Владимирович. Подушечка белая. Все хорошо. С катертью дорога. По-моему, прекрасный финал интервью. Жизнеутверждающий, главное. И все-таки насчет жизнеутверждающего. Смотрите, позавчера, по-моему, в своем стриме вы сказали очень интересную фразу, вас спросили, Дмитрий Ильич, почему у вас такое хорошее настроение? Вы сказали, есть хорошие новости, но еще рано говорить. Еще рано говорить или уже можно говорить? Какие хорошие? Еще рано, но новости хорошие. Спасибо. Спасибо вам.